Так, ребята, я так понял, что многие любят чуку. Возьмем с азиатского магазина килограммовую чуку за 10 евро, замороженную. Попробуем и расскажем вам, действительно она очень вкусная. Или то, что мы в русском покупали, намного вкуснее. Вот просто с вами поделимся своими мнениями и впечатлениями. Ну вот, чука из азиатского магазина. До конца еще не разморозилась, короче, ждем. Но вы попробовали пока. И только что доели вот эту, у нас была еще одна баночка. Короче, вот это нам пока больше понравилось. Но сейчас, может, растает, посмотрим. Мы с этой, кстати, взяли вот этот соус, поняли? Блин, соус вот этот сюда добавили, что остался. Как-то так. Но мы ее попробовали и без соуса, и у нас еще осталось полкилограмма. Мы для сравнения вам потом скажем, какая лучше. Но вот это нам на данный момент больше понравилось, чем это. Как-то так, но никак иначе. Так, ребята, вот там вот находится Радхаус. Правильно я говорю? Радхаус. Радхаус.